самой круче Европы и Запада. Там карантин, комендантский час, а мы гуляем и гулять будем. Спасибо, группа, все, теперь начинаем! Жаришка у нас. Оркестр Волынщика. Москвы. Москвы. И Никита Борисович. Еще хотят, Артемий. А мы гуляем и гулять будем. Сюда! Вот он, Дарвин! Иди, богиня! Иди сюда! Преподавателя Лена Ленина мы ее ждем. Прежде чем я отдам вам только что отвоеванного шкурту, потому что я там вообще потеряла все волосы, пока дралась за него, я просто хочу вручить свой крутой подарок. Он все равно самый лучший. Но никто не переплюнет этот мой подарок. У меня самый лучший сегодня подарок. Мы ждем на сцене вас, пожалуйста. Для вручения твой подарок нам нужен один. Лена, берите, пожалуйста, его и на сцену к нам. Ребята, вас... Делать так, чтобы транслировалось то, что на сцене. Да. На экраны на телевизора. Экраны. Большая есть, просьба. Да? Есть уже, посмотрите. Вот, все, вот этого я хотел, чтобы приглашенные в том зале... Мне просто мака, волшебник. Я хочу сказать, ребята, был вариант 100 человек, по большому счету. Мы решили в этом заведении тру шикарном. Я на Таганке работал в юности. Я хочу сказать вам всем спасибо, кто пришел. Такой камень тому, у кого больше нет, таких нет. В Голливуде таких нет, мы круче Голливуда. Да, пожалуйста, поднимите бокалы, давайте выпьем. Да, и обязательно... И рюмочку водочки нашего юбиляра. Ну да, ты общественные деятели, умеете вы все. Вы очень талантливый народ, давай. Я согласен, мы умеем все. Опа, вот это поворот. Хотел бы на сцену также пригласить мою дорогую любимую жену, которой я принес букет большой. И маленькую красавицу. Анисина, смотри, сцену. Какое солнце светит. Непокорная моя амазонка, иди к мужу венчанному. Анисина по рукам пошла. Юрочка Макеев, Национальный комитет противодействия коррупции, который в трудные времена меня поддержал. Сделал правозащитником. Жена моя покорная. Вот она. Вот она, вот она. Давайте можно и здесь поаплодировать. Из Франции. Прилетела. Из Франции специально. Да, давайте пошумим. Москва, дайте шуму. Даня, что же мой микрофончик? Рома, спасибо тебе огромное, невероятные подарки. Спасибо, Рома. Аплодисменты Роману. Роман Худяков. Скоро, доченьки, Рома, еще и надо с депутатами дружить, скоро у меня день рождения тоже, 22 июля. Давайте. А у меня тоже. Сосиски, улыбаемся. Вдруг тебя случайно встретил.
вчера и знаю весь расклад. Но есть один пустяк, что-то с тобой не так. Несмотря на милое личко, Наташ, алкоголичка, алкоголичка, счастье прогорает, как спичка. Ты истеричка, алкоголичка. Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка, сегодня не вернулась страничка. Пока-пока, алкоголичка. Я редко исполняю эту песню, она посвящена моим друзьям, но поскольку Никиту знают везде, от самых до окраин, с южных и так далее, вот, то эта песня очень даже подойдет. Поехали, да? Поехали. Ну, вы знаете, когда мы ездим по гастролям, выступаем для всех, мы всех любим, и все наши родственники, и когда они уходят, очень грустно становится. На Дальнем Востоке есть город, любимый до слез. В суровой тайге Никита, он с нами трудился и рос. Здесь раньше над дикой рекой скитался город прекрасный такой. Комсомольск на Амуре, здесь живут мои друзья. Комсомольск на Амуре, это родина моя. Я любуюсь тобой, твоей гордой красотой. Расцветай, город мой, над Амуром, над рекой. Я любуюсь тобой. На рок-н-ролльных. Сегодня их не будет петь никто. Надеюсь, Никита Борисович к нам присоединится, если дойдет до этой сцены. Заберите мне волынку. Первая песня написана в 76-м году 20 века одним коллективом, широко известным в узких кругах в Австралии под названием AC/DC. И это единственный трек, который сделан с волынками. Понеслась. Серьезно. Даже прилетела сегодня наша великолепная богиня Анис. Да? Все, давайте аплодисменты ей тоже, потому что дорога была очень длинная.
Берлина, из Парижа практически невозможно сегодня вылететь было вообще, да? Ну, такая ситуация. Спасибо, спасибо огромное за всю рекламу, которую нам сделали. Бурка. Спасибо, Зарочка, за помощь. Зарочка. Много лагерей объездили. По тюрьмам в Латвии и, не знаю, по всех странах. По лагерям, по тюрьмам. И поэтому с удовольствием в качестве поздравления Ушаночка. Можно погромче, можно частенько. Пугнуть парнишку сибирским холодком, а я ушаночку поглубже натяну и в свою прошлое с тоскою загляну, сляну смазану тайком тихонечко в дату, тайком тихонечко в дату. Чай компотом, и каждый день от горя и тоски в столовой школе трескал пирожки. Кусатого девчонки не любили, а просто издевались и дразнили. На дискотеках толстый не плясал, а дома книжки умные читал. Разве парень виноватый, что он толстый и пузатый? Разве парень виноват, что костюмчик маловат? Смотрите, это на видеозаписи, да? Чтоб все так выглядели 60 лет и так чувствовали себя, как ты, Никита, дорогой. С юбилеем! Юбилей пришел, пришла пора, всем нам отдохнуть. Наши душ уставших клетки распахнут. Укатилось солнце прочь, проснулась ночь, и она зовет нас в дальний путь. Жизнь уставшая река в тесных берегах, пьяный вечер несет в тусклых облаках. Многих нас толкали в грязь, порой не раз. За спиной пустыня, пепел, прах. Вместе с ветром улетит, нас унесет от любви. Только не все как есть. Нет, меня я никого не звал.
Я забываю все, что знал. Пусть будет все, как есть, аллилуйя. Свет в ночи, земля под ним. Я хотел бы увидеть Никиту, но он вообще есть, давайте скажем, Никита! Вместе! Никита! Никита! Чугурда! Да-да-да-да-да, зовем его, зовем. Ну что ж, его разрывает просто и СМИ, и пресса, поэтому, Виктория, просим тебя спеть. Конечно. Вот, чуть-чуть, да, микрофончик. Я пока говорю, заметили, вычищаю частоты. Меня слышно? Раз-раз, уже два раза. Андрей Власов, сразу Александра Пахмутова. Ее один из легендарных хитов мы превратили в джазовый такой соул-блюзовый формат. И все, к чему я прикасаюсь, это так и происходит. Не буду говорить мелодию, давайте потанцуем. Поехали. There is nothing like home. There is nowhere like home. Every leaf on the tree, every drop of the river, and so fresh is the rain. Когда живые музыканты поют. Артем Айропетян, что скажете с вашей фонограммой? Извините за вопрос. Yeah.
Я прилетел, и у нас в городе живет, знаете, такой человек, который делает куколок. То есть его называют вообще доктор куколок. И я у него заказал подарок для Никиты Борисовича. Сейчас я хочу его показать. Я уже очень давно хотел его подарить, потому что он очень хрупкий. Вот сейчас я его достану, буквально давай, секундочку. Давай. Это подарок. Вот это да, друзья! Я думаю, что вот таким образом можно запечатлеть, да, как Никита Борисович любит. Анисина, иди сюда, иди сюда. Почему? Значит, все сделано так, что даже кольца соответствуют оригиналу. Кольца. Это Швейцария, ребята. И это Иван Кузьмин. Я из интернетных блогеров больше люблю Ванечку. Гражданина поэта Будду Кришну, он не пришел, занят был. Это настоящие ребята. Есть, держи. Это Алинушка, девочка моя, я не знаю, слышит. Вот она, моя красавица. Царство небесное твоему Денису, он живой, он в четвертом измерении. Самая честная редактор Первого канала. Короче, у вас есть мой памятник при жизни. Сейчас мы вместе поем попурри из советских песен о травах, о лечебных травах. Никто не знает попурри Ваня Кузьмин. Кадет, кадет, иди сюда. Снится нам не рок, а сказка дрова. Не летает, не летая синева. Мы заехали, а снится нам дрова.
нашей стране сегодня непростая ситуация. И Никита Борисович был на площади и сказал хорошую речь. Всех поразил. И поэтому спасибо большое. Любовь классную, да, с днем рождения, Бабуль. С днем рождения, Никита Борисович! Никита Борисович, мы вас ждем, торт! Так, а подождите, а где свечи? Самая сладкая часть. Я знаю, что тут 4 грамма золота, друзья. Обратите внимание, 4 грамма золота настоящего. И это все да, можно торт. Есть. Золото, да, торт, съедобное, крылышко, съедобное. В принципе, здесь абсолютно все съедобное. Все съедобно, и даже вот эта штучка, я так понимаю, друзья, да, да. Все увидели эту красоту. Девочка-богиня, да, которая делала, посмотрите на этот торт. Он напоминает болт.